Здравствуйте! Подпишитесь на канал, ставьте лайк. Это все мои кредиты, которые я брал. Водонагреватель, обувь, фен, долг, деньги, счетники. Вот это наш календарь оплаты. Нажимаем. Здесь можно оплатить ежемесячную оплату. Так, заходим в календарь платежей. Так, у нас вот 58, смотрите, ой, какие суммы я оплачиваю, как... Да, не ем, не кушаю, не хожу в фастфуд, трачу деньги на личные гигиены, там, в баню обязательно у меня. Кое-какие личные расходы, даже могу личные расходы, это еда, еще 25 тысяч на еду уходит. Мы живем, ну ладно, семья, что я на личную жизнь пережил. Извините, если слишком, ну, я хотел просто открытым стать. Ну вот, личный платеж вы можете увидеть. Так, смотрите. Нажимаем подробнее. Вот, в следующем декабре сколько. И смотрите, вот. Это я для бизнеса начал. 41 тысяч, ну, 40 тысяч и чем-то. 765. Это фен. Ну, то есть, по отдельности вы можете узнать, сколько надо оплачивать. Я 0 тенге, то есть еще ничего не выплатил. Закрыть нажимаем, либо можно оплатить. Ну все, дальше вот так. Чем больше кредит досрочно закройте, тем меньше она будет становиться. Подпишитесь, ставьте лайк. Это мы, который закрыли, это мы не закрыли.